Здравствуйте. Здравствуйте, господин Зарин. Да, здравствуйте. Я тоже очень рад знакомиться с вашей целью. Я... Я хочу вас поприветствовать в нашей стране. Очень рад встрече и возможности обменяться мнениями о том, что происходит у нас и каково наше видение на будущее. Мы придаем очень большое значение роли Германии в очень многих процессах, которые происходят не только в Европейском Союзе и в регионе в целом, но и в Республике Молдова тоже. Und Deutschland spielt eine wichtige Rolle, nicht nur was die Situation in Moldau anbelangt, sondern auch in der Region. Ich möchte hervorheben, dass wir von Anfang an sehr gute, eine sehr gute Zeit haben. У нас уже было несколько встреч в году и стратегическое видение. По поводу ситуации в Молдове и как мы ее видим дальше.